по страницам киноистории, киносинематографа. Если можно так выразиться, жестокая любовь 1914 года. Всего 13 минут, это короткометражка с нашим великолепным, прекрасным и любимым актером Чарльзом Чаплином. Ну, ему нет равных. Эдгар Кеннеди, Мэнда Дерфи, Ева Нельсон и другие снялись тоже в этой работе. 26 марта 1914 года вышел в свет эта короткометражная комедия режиссеров Джорджа Николаса и Мака Сеннета. Мы продолжаем с удовольствием смотреть впервые фильмы с участием Чарльза Чаплина и будем тоже двигаться вперед, только вперед. Глупый аристократ, решивший, что его обманула девушка, пытается покончить жизнь самоубийством. Фатальная ошибка. Но неудачно. И в итоге воссоединяется со своей невестой. Ну как так? Ни в коем случае не делайте так. Даже если это в фильме показано. Ни в коем случае. Жизнь — это единственное, что есть у человека самое дорогое. Ну, конечно же, время тоже. Не теряйте времени даром, а проводите его только с пользой. Мы ставим 7 баллов этой прекрасной комедии с легким акцентом, музыкальным, интересным акцентом, и обязательно движемся вперед. Жестокая любовь 1914 года, Чарльз Чаплин. Мы любим вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте в Юфендекс, за помощь автору будем очень признательны. И welcome back.